замяна стала середина ноября. Но мне сегодня перепало шерстяное одеяло и немного вискаря янтаря. А в помойке на Ордынке, во дворе, где старый вяз, выходя вчера от зимки, я нашел себе ботинки, и они, как на заказ, в самый раз. В небе танцует моя Сарасвати, музыку носит эфир. И я говорю спасибо Создателю за то, как прекрасен мир. Мы до заморозков первых проживаем под мостом. Здесь у нас свои резервы, сигареты и консервы. Это наш с моим котом летний дом. А когда зима настанет, на примете есть подвал. Там тепло, как в Туркестане, там окошко белым станет накануне волшебства Рождества. В небе танцует моя Сарасвати, музыку носит эфир. И я говорю спасибо Создателю за то, как прекрасен мир. Я наломаю ельника, запахнет вдруг сочельником, и придут ко мне сквозь метель Дед Мороз, Санта Клаус и Пер. За то,